Дело о вчерашнем теракте передано из областного следственного управления в центральный аппарат ведомства. Напомним, накануне 17-летний парень активировал взрывное устройство в здании регионального ФСБ. Сам он погиб. Трое сотрудников службы безопасности получили ранения. Один из них тяжелое, он был срочно прооперирован. Сейчас все находятся в больнице. По поручению Александра Бастрыкина в кратчайшие сроки необходимо установить мотивы преступления, исследовать круг общения и обстановку в семье несовершеннолетнего. Накануне в деревне Лахта, где живет его семья, работали следователи. Они опрашивали родных и знакомых погибшего. Все, с кем удалось поговорить нашей съемочной группе, характеризуют его только с положительной стороны. Он никогда этого не мог сделать вообще, потому что всегда был мальчиком спокойным, адекватным. Очень хорошие люди. Он тихий, спокойный. Я тоже думаю, что это неправда.